И присяжный такой, Сашку пьем? Мы все пьем. Так, хорошо, замечательно. Ну тогда надо тост поднять за Амалию. Сейчас нам один инструмент не хватает. Да это самое, можно вон из горла. Есть ушар вахта, ушар, когда был еще не пьян. Видео не надо снимать. Почему это не надо снимать? У ребенка день рождения. Каждый из вас должен сказать, это останется. Мы уже сколько сказали, это... Ребенок не слышал. Сказать, это не проблема. Никто не зарегистрировал право. Браво. О, да, это не засвидетельствовано. Вот надо... Все вместе будем, да? Браво. Надо говорить. Вот Амали каждый в отдельности. И она это видео посмотрит, когда ей будет... Уже лет 10-15. Азан не хотел, чтобы мы здесь сейчас сидели. Эй, вы сейчас пойдете все... Сейчас мы скажем. Кому? Куда Досты? Пойдете все? Домой, хочу-чан. А я думал, ты посылаешь. Сейчас, сейчас зайдем, подожди. Сейчас зайдете домой. Пардзик. Давайте, подожди, они каждый должен сказать. Это Анушевна говорит, что это такое? Давай. Сейчас по какой круговой стрелке пойдем? Вот так или вот так? Как давай хочешь. Я начну тогда. Давай, Череме, давай. Давайте. Давай за мою хорошую красавицу выпьем сегодня. Дай Бог ему здоровья, счастья, любви. С мамой, с папой, чтобы, с братиком, с дядей, с сестрой, с бабушкой. Все, чтобы у него было все хорошо. Что сказать? Дай Бог его любви и счастья. Аминь. Давайте. Аминь. Ну, пожелаю. Арманчик, давай. Абли. Твои слова, Амалии. Амалии, скажи. Ну, она уже потихоньку вырастает. Так. Ей уже 4 годика. Так. Походу за длинный пить. Да, пускай. Да, видео не есть мешай, там. Не мешай, не мешай. Хачик, не мешай. Ну. Не корректируй, Рахачик, подожди минутку. У каждого будет свое время. Не перебивай, как говорят. Я буду всегда рядом с ней. Я буду всегда на нее заглядывать. Я всегда буду ее любить. Ну, мой ты заладыш. Надо рассказывать, и так она знает. Хочешь, не хочешь, ты тоже. Ну, что сказать? Ну, когда она вырастет, пусть увидит это видео. И знает, как вы ее любите. Дай Бог тебе здоровья, ну, мой золотой. Вот, ну-ка, дедушка, что скажет? Я так много не скажу, но желаю ему счастья в этой жизни. И чтобы всегда Бог с ней был. Аминь. Божья любовь у нее в сердце, чтобы она могла любить честным любовью. Дай Бог. Аминь. И родителям счастья, здоровья, и мне нам всем тоже, чтобы вместе жили, вместе любили, вместе радовались. Дай и Бог. Всегда, чтобы вместе радость любили, жили. И дай Бог. Во всяких временах. Дай Бог. Хачик Джан? А я в конце скажу. Ага, хорошо, ты-то про... Не прыгай. Хорошо, так уж и быть. Так, ну что я пожелаю нашей Амалечке? Я пожелаю ей быть любимой в этой жизни, быть счастливой, быть чуть-чуть удачливой. Я, в принципе, считаю, что если эти три качества есть у человека, то он способен победить что и кого, и что. Ну, я даже не представляю, что может еще на дороге у человека появиться. Даже грозная мама. Мой золотой ребенок, мой золотой. Подожди меня. Даже молчаливый отец. Даже любящий. Я терпеливый, я не молчаливый. Дай Бог, я ей желаю всех благ в этой жизни. Аминь. Когда-то она увидит, может, это видео и вспомнит, скажет, вот был такой дядька. Вот, и где-то да. Вот там мы сидели, где-то они меня поздравили. И дай Бог им здоровья, что что-то у меня сбылось в жизни. А мы будем рады этому. Аминь. Дай аминь. Бог. Аминь. Аминь. Давай, Бог. Хачик мой золотой. Хачик, давай. Хачик, поговори. Сегодня рождение дочери. Поговори моей дочери. Хочу выпить за всех детей. Пусть у всех детей будет безоблачное небо. Здоровье пусть чтобы было.
и все росли с отцом, с матерью, с родителями. Маму. Ну, все остальное, по-моему, родители за ней позаботятся. Браво. Дай Бог. Ну, здоровье. Смотри, я понимаю, что я телефон сейчас хочу твой. Взять телефон, да, тебе не избежать чтобы... этого. Вот. Майдан, мы с тобой танцеваем, сделали. Я тебе желаю, девочка моя, чтобы ты была счастливая, чтобы ты была здоровая в первую очередь. Хорошо, дядя сказал, любимая. Любимая ты всеми. Главное, чтобы ты любила. Главное, чтобы твои всегда были вокруг люди, которым бы ты доверяла. Моя золотая, я тебя очень-очень люблю. Я сейчас бабушка, потом буду уже прабабушкой, когда ты это будешь смотреть. Вокруг тебя огромное количество людей, которые тебя любят. Дай Бог тебе здоровья. Дай Бог. Мама, ты где? Мама, может, что-нибудь скажешь? Ой, ну, что-нибудь потом может... я скажу. Нет, давай что-нибудь будет. Скажи, спасибо, добавь. Скажу, что я ее очень люблю. О. И буду всегда рядом. О, все хорошо. Вот вся компания сказали, все. Все сказали? Да. Все, сейчас можно уже. Скажет. Я сказала. Все, это... Ты сказала? Да. Что сказала? По-быстрому сказала. Сразу на миллион сказала. Не слышно, не видно. Одно слово. И все. Да. Было нарисовано. Типа, мнение домой. Было на лице. Все понятно.